Yo, motherfucker, bitch! Пс, парень, тебя еще нету в моей группе? Тогда вступай. Много всяких прикольных фотографий, реклама, но это очень редко. А так дофигища угара. Я иногда выкладываю... Блять, заебали вы писать в это ВК нахуй. Тебя нету еще в моей группе, тогда быстрее вступай. В группе ты найдешь много различных угарных фотографий и многое другое. Ну, в общем, много всякого говнища. Ну, не говнища, но вы поняли, чё. Вы сможете найти меня в группе, так что вступаем и все такое. Есть два раздела в обсуждении. Вопросы для Джеймсика и курилка от Джеймсика в... обсуждении вопросы для Джеймсика, это вы там сможете вопросы мне задать, ну типа кэп. И курилка от Джеймсика, там можно пообщаться со мной, в общем, все такое. Так что, брател, вступай, в моей группе много говна. Блять, что сказал, ёпта. В общем, ребят, что я хотел бы нанести в этом видео? А донести я хотел бы то, что как бы сейчас вот 31 августа, 21-22, уже половина десятого, и завтра с утра мне придется отправиться в общежитие, вот так вот. Короче, ребят, видео по сампу не выходило, потому что на данный момент моя клавиатура сломана, я взял у друга клавиатуру, но она оказалась тоже сломанной, так что извиняйте, но видео пока не было. Когда вернусь на выходные домой, надеюсь, что клавиатура уже будет и будут ролики по сам, по другим играм. В общем, что бы я хотел сказать? Я бы хотел бы передавать приветы, сказать, кто пиздобол. Максим Шуршов, пиздобол. Сейчас обосную, почему он пиздобол. Он обещал влог мне недели три назад. Он мне написал в четверг вроде бы или в пятницу, что в субботу жди влог. Ну, уже прошло три недели, как минимум. Влога до сих пор нет. Я думаю, Макс, ты понял, почему ты пиздобол? В общем, хотел бы передать привет геймеру, Даньке Маркусу Фросту. Потом Жеке Сазонову, моему редактору в группе, Дуське привет хотел бы передать, Кристиану Рею и третий подписчик у тебя, Кристиан. Если ты узнал, кто это, напиши в комментарии, мне интересно. В общем, ребят, видео будут выходить по выходным, если это будут каникулы, то я надеюсь, что каждый день, возможно, будут выходить влоги в... будние дни, во все такое. Ну, вы поняли, короче, немного говнища. Короче, пацаны, вот на этом все. И это и вся информация, которую я хотел бы до вас донести. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте данное видео, что вы по этому поводу думаете. Ну и на этом все. С вами был Джеймс из Бро. Ну и чё? Адиос, амигос. Блять, про какое говно я говорил, сука? Пиздец, подумать, что какой-то говнарь.